Политика США в отношении стран Южного Кавказа и в частности Армении не потерпит особых изменений в период президентства Джо Байдена. На нее не повлияет и последнее назначение избранного президента лиц армянского происхождения на руководящие должности в своей администрации. Об этом сказал политолог, глава армянского центра американских исследований Сурен Саркисян. Ранее стало известно, что Байден включил в свой штат еще одного армянина. Таким образом, теперь в команде избранного американского лидера оказались Джефф Марутян, который занял пост специального помощника руководителя аппарата Агентства климатических исследований, а также Айк Хаджиназарян. Он возглавил отдел по региональным коммуникациям Белого дома в администрации Байдена. Хотя Байден, еще будучи сенатором, неоднократно выступал с проармянскими заявлениями по разным вопросам, эти назначения не особо впечатляют армянского эксперта. Будут определенные уточнения в политике США в отношении стран Южного Кавказа и Армении. Возможно, держава и пересмотрит свое отношение к нашей стране. Однако это не означает изменения политики, сказал Саркисян. По его словам, в ближайшее время от Вашингтона стоит ждать новых акцентов в сотрудничестве. Однако это больше необходимость из-за сложившейся послевоенных реалий и роли США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В этой связи Саркисян советует не искать в назначениях Байдена каких-либо преднамеренных действий. Кроме того, оба назначенца, Марутян и Хаджиназарян, профессионалы своего дела, имеющие большой опыт работы в госсекторе, не более того. Другой вопрос, как армянские власти воспользуются сложившейся ситуацией. Эксперт напомнил о ряде проармянских заявлений Байдена по разным вопросам в его бытность сенатором. Он отметил, что в США к власти пришла администрация, которая достаточно хорошо знает армян, следовательно, Ереван должен навести мосты с ней. Саркисян советует властям сконцентрироваться над углублением двусторонних отношений в сфере экономики в бизнес-секторе. Эксперт отметил, что с администрацией Трампа Ереван не выстроил активной повестки двусторонних отношений. Не было также встречи на уровне глав государств, чего не было при предыдущих лидерах США. Сейчас все во многом зависит от того, насколько эффективно Армения сможет использовать свои связи для достижения результатов. Он считает, что в этом контексте немаловажную роль сможет сыграть армянская дипломатия. Поэтому Ереван должен уже сейчас начать работу с администрацией Байдена по повестке армяно-американских отношений. Напомним, Айк Хаджиназарян родился в Колумбусе, штат Огайо, в семье иммигрантов-армян из Ливана. Он выпускник университета Индианы и высшей школы политического управления университета Джорджа Вашингтона. Джефф Марутян родился в Нью-Джерси, окончил университет Джорджа Вашингтона, участвовал в предвыборной кампании Обамы и Байдена в 2012 году.